Здравствуйте, мои дорогие зрители! В этом видео я хочу показать, как я ухаживаю за своими зубами. Мои три способа, как можно отбелить зубы в домашних условиях. Первый способ – это полоскание рта маслом. Я люблю использовать кокосовое масло, так как оно обладает антибактериальными свойствами. Полоскать рот маслом рекомендуется утром натощак, перед тем, как почистить зубы. Возьмите 1 столовую ложку кокосового масла и поболтайте во рту, в идеале в течение 20 минут. Потом масло необходимо выплюнуть и прополоскать рот теплой водой. Такой способ отлично подходит для гигиены полости рта и к тому же неплохо отбеливает зубы, так как налет на зубах прекрасно растворяется в масле. Масло также вытягивает токсины и вредные бактерии из ротовой полости, улучшая здоровье не только наших зубов и десен, но и всего организма. Такую процедуру можно проводить каждое утро. Для второй процедуры нам понадобится активированный уголь. Берем 1 капсулу активированного угля и высыпаем содержимое в емкость. Если тяжело найти порошковый уголь, можно просто растолочь таблетку до порошкового состояния. И наносим порошок на зубы. Его необходимо подержать 1-2 минуты, а потом, используя зубную щетку с мягкой щетиной, почистить зубы этим порошком около 1 минуты. Потом хорошо прополоскать рот теплой водой. Уголь как бы впитывает в себя все лишние частички, осевшие на поверхности зубов, разнообразные красители, налет от кофе, чая, соусов и многое другое. Такую процедуру рекомендуется проводить 3-4 раза в неделю. Третий способ – это отбеливание зубов с помощью перекиси водорода. Нам понадобится перекись водорода 3% и зубная паста. Для лучшего эффекта я использую пасту с содой. Итак, необходимо перемешать чайную ложку перекиси водорода и чайную ложку зубной пасты. Чистить полученной смесью зубы 2 раза в день. Спустя 7 дней сделать перерыв. Или в качестве профилактики для поддержания здорового цвета зубов такую процедуру можно проводить раз в неделю. В процессе отбеливания перекись проникает в зубную эмаль и начинает их осветление. Причем неплохой результат виден уже через 2-3 недель использования. Я никогда не отбеливала профессионально зубы, потому что у меня очень чувствительная эмаль. Я предпочитаю вот такие простые способы отбеливания зубов в домашних условиях, которые очень щадящие. И такие процедуры можно провести дома в любой момент, когда вам захочется. Не нужно никуда идти, когда у вас есть время, когда у вас есть желание, когда хочется заняться собой, да. Я вам, конечно, не обещаю такой результат, как после профессионального отбеливания зубов. Но поверьте, ваши зубы будут сиять здоровьем, будут иметь здоровый цвет и будет у вас красивая улыбка. Спасибо за просмотр и не забывайте подписываться на мой канал, где вы найдете еще много интересных видео о здоровье и красоте.